Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. У нас закончился сезон, и я получаю, ребята, свою пиньяточку. Из этой пиньяточки нам выпадает 7 паков, друзья мои, 7. И мы будем надеяться, что из этих 7 паков нам что-нибудь да выпадет. Ух, надеюсь. Поехали, посмотрим, что нам достанется. Так, обычные карты. Ну, такое себе разнообразие, такое. Так, редкие пошли. Ребят, естественно, я жду легенды. Так, мегаредкие. О! Да ну как так? Ну что это такое? Ну что это такое, ребят? Ну это уже второй месяц мне не дают ни шиша. 58-й сезон начался, ребят, ну... У меня просто нет слов, все, я расстроен, ребят. Я расстроен, блин, трындец. Ну что, громкое событие, задание дня, наверное, нужно его, ребят... Что тут загрузка, я не могу ничего сделать, потому что идет какая-то загрузка. С чего вдруг загрузка-то, блин? Вообще, в последнее время, ребята, у нас со всеми играми какие-то нелады идут. Я сегодня решил поиграть, думал, дракон в всаднике Олуха поиграем. Угу. Минуту играешь, вылетает, Так мало того, что вылетает, я зайти не могу. Мне приходится полностью все закрывать, перезагружать, захожу. Опять минуту поиграл, вылетает. Что происходит, я не понимаю. Ладно, у нас громкое событие. Если использовать стратегическую колоду ореха в доспехах, ореховоз... Можно заручиться поддержкой 5 водяных орехов и получить 40 единиц здоровья, чтобы замедлить нападение Франкентюа. Но приведет ли это к победе? Это они меня спрашивают? Эй, приведет ли это к победе? Давай смотреть, приведет ли. Откуда я знаю? Что тут вообще будет? Оу. Такс, ну давай вот это уберем. Да, ребята. Я даже не знаю, что сказать-то. Я знаю, что за каждого пораженного противника этот охламон будет у нас расти. Так ведь? Будет расти, ребята. Он еще амфибия, ребята, здесь. Смотри, специально что ли делает? Почему же я не удивлен, что амфибия попала именно сюда, а? Пошла прокачка твою налево. Так, ну что? О, ну это, блин, нужно дожить еще до этого. Че ты ржешь там, ржет он мне. Давай, наверное, вот так сделаем. Ой, друзья, не знаю, что получится. Поехали. Блин, столько урона получать, конечно, ребят, не очень в кайф. Ну что, запретим ему бонусные атаки, я так понимаю, да? Поехали. Чепушила несчастная. 8. Ну, защита сработает. У него-то сработало. А у меня нет. А зачем мне защита? Мне не нужна она. Охо-хо-хо-хо, что же делать-то? Есть тут один вариантик у меня, но... Я просто боюсь, что у него будет прочерк. А он у него будет? Ой, прочерк и... Ну ты понял? О чем именно я говорю?
ее налево. Как же сделать-то здесь? Блин, я даже не знаю, ребят. Бомбанет. Ладно, сделаем так. Итак. Кровожадность у него есть, как ты думаешь, или нету? Не знаю, ребят, что-то он задумался. Ты смотри, что вытворяет. А я так и думал, ребята, что будет кровожадность. Пш. Для меня это, честно говоря, вообще не новость. Че, я ничего не буду здесь делать? Так, а вот теперь, друзья мои, вот теперь. Давай-ка мы потанцуем. Такс. Поставил, да? Поставил. Так, если мы сделаем... Если мы сделаем вот так... Блин, там ореховая эволюция. Слушай, у него бонусной атаки, наверное, нету, я думаю, да? Я думаю, что, наверное, не будет у него никакой там бонусной атаки, друзья, так что... Сделаем все как надо. Поехали. Так. Прокачка, да? Прокачка у него пошла. Мы пока делать ничего не будем. Поехали. Угу. Вот такая, ребята, была зачистка здесь. Но... Окей. И это все? Ну что же я могу сказать? Что? Что я тебе могу по этому поводу сказать, парень? Попал ты, по ходу дела, по крупничку. Что еще тут можно сказать? Давай. Угу. Балалайчики тебе. Так. На-ка, выкуси. Все, ребятушки, сыграли просто изумительно. Да. Так, ну что же. Хм. Нанесите 30 единиц урона зомби героям. Так, нанесите 300 единиц урона героям. Блин, ну это долго. И нанесите 20 единиц урона героям вспышкой на солнце. Вспышкой на солнце, ну ладно, я... Я, конечно, ребята, сыграю за нее, но... Что происходит? Ребят, что с игрой происходит? Мы уже получали, он мне взял по второму разу, зарядил. Мы это уже видели, с какого перепуга ты мне опять-то это все подсовываешь? Да, что происходит, я не понимаю. Зачем два раза... Ой, не могу. Да я видел уже это все. Я уже знаю наперед, что ты мне сейчас там подсунешь. Господи, а. Да, да, да. Мегаредки их одна. И все на этом. Зачем он два раза мне показывает это? Я не понимаю. Все. 58-й сезон уже давно начался. Он мне... Только поздравляет ее, Макарек. Так, ну что, друзья мои, мы с вами громкое событие прошли. Значит, вспышку на солнце нужно теперь тормошить. Кстати, подожди-ка, у нас же... Пу-пу-пу-пум. У нас с тобой должны быть... Какие долгие такие прогрузки-то... Утилизировать.
Всего-то 760 энергии. Ну, ребят, это... Это ни о чем. Это вообще, это сущие копейки. Так, кто-то мне, кстати, говорил применять в друзья, ребят. Принимаю. И на пришелец, по-моему, просил, да? И подписчик Рэй. Рэй лучший, спасибо, ребят, вам. Спасибо. Я на хилах. Так, а в сети у нас кто? Нюся? Свободная. Ну, пожалуйста. Что, ну, пожалуйста? Привет. Так, давай сыграем. Ну, пожалуйста. Да, ребят, надо как-то поиграть действительно с вами. Так, здесь поздоровались. А вот тут просто привет. Тоже напишем приветик. Вот. Так, ну что, да, вспышка на солнце, точно. Совсем забыл про нее. Давай ее теперь, ребят, привет. Корм. 1, 2, 3, 4. Корм. Так, можешь сыграть. Чего можешь сыграть? Так, можешь сыграть. Подожди, мне писал корм, а тут почему-то... А, корм и... Подожди, если он... Что-то я не могу врубиться. Что-то я могу понять. Он играет на одном аккаунте двумя... Как-то так получается. Ой. Нет. Ладно. Ребят, я взял орех. Свой, блин, в доспехах. Я не знаю, что за колода. Ну, сыграем. Че молчишь? Корм. 120... 1, 2, 3, 4. Че-то молчит, ребят. Странно. Колоду, что ли, подготавливает там? Не, ну если ты так будешь долго... Давай я за зомби... Я видишь, у меня орех, значит, ты за зомби, понятное дело. Ёк-макарёк, ну что... Что за детский сад-то? Вот смотри, корм, вот я вот сейчас вот жду время. Люди смотрят, тоже ждут время. Я считаю до 10 и я обрываю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Друзья мои, все по чесноку. Я давал время. Как бы тут ко мне уже не придраться. Так, ну что же, а я тогда играю за вспышку на солнце. И вот такая у меня колода. Ой-ой-ой. Какая-то лютая колода, если честно, здесь. И непонятная. Ну давай попробуем, ребята. Мы все равно здесь ничего не теряем. Мы 30-й ранг получили. Мы ниже сейчас не упадем. Единственное, что да, конечно. И выше не поднимемся, если будем продувать сейчас каждому встречному поперечному. А, кстати, знаешь, чем... Плохо, когда только-только заканчивается неделя и начинается новый сезон. Знаешь чем? Что все элитники... Ну, здравствуйте, приплыли. Что все элитники, которые играли, да, там, мастера, там, я не знаю, они сейчас тоже начинают, ребята, с высшей лиги, вот кто на высшей лиге, да, заканчивает 50 уровня, они все на тридцатке. То есть я сейчас буду с равными себе драться, это будет жесть. Поверь, сейчас будут в щепки просто выносить меня. Ой, ну что же, блин. Это что так? Какие грибы? Что за колода? Я думал, что на фруктах, овощах тут грибы, блин. Царство посленовых вылезло здесь. Нормально.
Да. Лучше не придумаешь, блин. Угу. Фиг ли мне твой ход зомби. Ну, давай. У меня другого варианта нету. Все. Анджел Кавай заглючил. Да нет, на самом деле, ребята, они любят сидеть, обдумывать, обмусоливать каждый ход. Знаю я таких паршивцев. До последнего, пока вот не будет у него это гореть красным, понимаешь, он будет сидеть, выжидать, вынюхивать, свои портки облизывать там. Ну давай. Не, все, Нуся, все, все. Я тебе давал шанс, как бы, ты уж извини. Ожидание спереди. Слушай, я надеюсь, это не у меня обрыв связи, а такое может быть, что типа зомби выиграл и у тебя обрыв связи. Так оно и есть, ребят. Че за беда, я не врубился, блин. Фига себе. С какого перепуга у меня в последнее время с интернетом бой? Я тебе говорил до этого про дракона в саднике Олха? В чем проблема? Что не так? Че такое-то, а? Ты заметь, мы играли в Tower Conquest. Подарок нам дали где-то посреди игры. Здесь два раза мне награждение дали. Ты что за бред? Я не знаю, что происходит. Так, давай еще разок попробуем, блин. Ну, ребят, конечно, это было тупо. Проиграть, не начав играть. Ну, если мы сейчас сфейлимся из-за того, что соединения не будет, то я тогда не знаю. То я тогда не знаю, я тогда просто умываю руки. Так, ну что же тут у нас? Блин, нафига мне гриб-то здесь? Никак не могу понять. Взял гриб, для чего-то мне сюда всунул. Так, что-то мне совсем не нравится. Опять эти задержки, друзья. Ну, к чему они ведут, блин? А? Если... А смысл мне его ставить, да? Нету никакого смысла пока. Я знаю, что у него куча заклинаний. Он может в любой момент поставить пришельца или еще что-нибудь. Да, вспышка? Знаем этих хламонов. Мне нравится маечка у нее такая прикольная, да, с листиком. О, видишь, он берет и делает, ребята, эврику. Такой неплохой добор из трех карт. И опять мне нечего поставить. И что он делает? Сделать так. Давай так сделаю. Там посмотрим уже, что будет. Ага, ловушка-красавушка, да, у нас тут. Сарделька и это. Ну, сардельку-то мы шваркнем. И вот так вот сделаем. Кто там у тебя? Серьезно? Пират, блин? С какого перепуга он вообще здесь взялся? Блин, мне не виноградин. Вылезла тут.
Сиповка, блин. И как вот, вот как вот мне, ребят, тут быть, а? Я ума не приложу. Поехали, блин, что я могу сделать еще? Прикинь, у него сейчас бомба есть или там, как ее там, ракета. А вон он как делает. Пять. Ну что, первый зомби сейчас у него появится, который стоит 3 энергии. Ну, 5 стоит, но он за... Чего он делает там? Такс. Ну что, уничтожаем всех тогда, получается, да? Ни мне, ни себе, как говорится. Поехали. Блин, ну энергии размазался. Эх, а что, ребят, делать-то? Нечего было делать. Говнарь, получил свое? Шишки бегают в лесу, мы идем на колбасу. Я не знаю, ребят. Поставим вот так. А там посмотрим. Так, делает шаманство. Знаете, что самое обидное? Что... Да, что у него сработает блок. Вот это, наверное, ребят, самое обидное. Что у него срабатывает блок, он куча карт набрал и... Сам понимаешь, короче, да? Ну, что нам делать? Выбор невелик. Выбор абсолютно, ребят, невелик. Так, вот, наверное, сделаем. А там пускай что хочет делать, уже думает там, я не знаю. У него должны быть гаргантюахи, ребята, очень много. Потому что не зря он взял себе... Ну, допустим. Делает вот так. Две энергии у тебя еще есть. Восстанавливается здоровье. 14, да? 5, 9... И 5 хп у него остается, да? Ну, чуть больше. Поехали тогда. Просто мне жалко тратить кукурузу, ребята, вот сейчас. Вообще вот. Так, у него там добор еще двух карт, насколько я помню, да, должен быть. Ставить там случайно. Хорошо, так как хорошо. Так, я пока ничего не буду делать. У меня на следующий ход работает кукуруза. Так что я пока жду. Я пока жду, ребят. Кстати, он же может потом превратить... У него, наверное, кровавая луна. Нет, кровавой луны у него, наверное, нету. Хотя, я не знаю, я, ребят, утверждать не могу. Мне бы, блин, защиту бы дали бы сразу. Вообще! Пофигу! Ну и что, делать будем?
Так, ладно, там набирает себе кучу всяких карт. Смотри, 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 что она делала. Пошли все в баню. Я знаю, кто у него там. Танцорка, что ли, у него стоит? Танцорка у него, да? А, нет. Нет, ребят, не танцорка. Все-таки кровавая луна, да, у него? Так, ставят зомби. И это все? Так, что у меня там еще выпадет, ребята? О, как. Так, яйцо. Допустим. Будем смотреть. Наверное, сейчас у него колокольчик будет, скорее всего. Ребят, скорее всего, колокольчик вызывает три гаргантюа. Так и есть. Все зависит от того, куда гаргантюа встанут. Не дай бог ты сюда кого-нибудь поставишь. Не дай бог у тебя есть призыв или какое-нибудь перемещение. Задумался, задумался, ребята. Так, только не говори, что это у меня опять обрыв соединения. А такое может быть, ребят. Блин, только бы не у меня, а. Твою налево, только бы не у меня. Фух. Не у меня, ребята, это было. Юх. Так, ну что, ребят, первая наша победа. Ать. Выполнили. Ну, 300 единиц урона героям. Это, ребят, это до посинения можно тут дрынкать. Ты представляешь, 300, это 10 побед нужно сделать. Ну, давай я еще одну партийку сыграю за моего маленького приятеля Бесенка. Так, подожди, я кое-что сейчас гляну. Вот я не могу понять, почему вот так вот получается. У меня на планшете эта же игра стоит, да? Тот же самый ранг, тоже, все то же самое. Но с какого перепуга здесь не поменялось? Я поменял уже колоду себе. Поменял. А здесь нет, здесь не поменялось. Странно. Ладно, давай сыграем за Бесенка. Партийку другую. Ну, короче, до победы. Ну и будем, наверное, закругляться. Я, конечно, очень, ребят, расстроен то, что я не получил ни одной легенды. Это уже второй месяц. Мы в том месяце с тобой не получили ни шаша за высший. Причем раньше, когда я еще в высший ранг не попадал, да, в высшую лигу, мне давали легендарные карты. Так, ну что это еще такое? Как только мы с тобой стали постоянно попадать в высшую лигу, все. Я забыл, что такое легендарные карты. Это только дают, когда мы с тобой накапливаем 1000, извини меня, самоцветов. Только в этом случае дают. И все. Не, ребят, ну это не дело. Ну что, блин? Че за дела происходит, а? Какое интернет-соединение? Я в шоке, ребята. У меня, блин, игры все со Стима, там это все играет. Никаких проблем вообще нету. Как только доходит до, блин, мобильных игр, все. Проблемы с интернетом. Я не понимаю. Да, она вон, ребята, она зависла. Просто зависла, тупо. Так, друзья, короче, сегодня какой-то день не наш. Я тогда, наверное, пожалуй, закончу тогда сегодняшнюю серию. Ну, вот так вот получилось, ребята. Это не моя вина. Видите, он там грузится, ни черта не прогружается. В общем, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.